Ну что, ребятки, добро пожаловать. Каноническая фазма без Дискорда в новое обновленное. Сейчас... Пешка, благовошка. Ой, слушайте, у нас избежать от него надо будет. Еще во время атаки благовония. Но опыт есть, опыт сбежания есть? Сбега, побега. Неудачный был. Нет, я сегодня все, я опять в VR, наконец-то, господи, все. Больше никогда за компьютер не сяду фазму играть. Так, ладно, все, поехали. Я буду включать свет, как обычно. Даша, спасибо за свет. Естественно. Спасибо за свет. Спасибо за свет. Так, хорошо. Значит, проверяем. Ну, какие мысли? Где кто может быть? Дай нам знак. Ну, сейчас свет включим, узнаем. Дай нам знак. Дай нам знак. Ты здесь, дай нам знак. Его тут нет, по-моему. Чалька. Хорошо. Ну, пока троечка здесь. Кого троечка? Тут у МПшки вообще нет. Нет, троечка термометра. Женя, смотри, это же может быть дикторская кабина. Есть один матрас. Еще тут сверху закинуть. И можно зачитывать, короче. Можно читать без эха. Без эха? Ты любишь без эшки? Без эшки вообще капец. Без эшка это для Олежки. Для Олежки? Че за прерывистое общение? Нормально давай. А как надо было делать? Я могу тогда не пресс кей сделать, не пуш то толк. Пресс. Пресс хороший на пузе. Так, что у вас на первом? Тишина? У нас на первом ничего. Пресс на пузе. А фотика нету. Пресс на пузе только есть. Так, ну у меня не знаю. У меня только термометр, МПшка есть кого? Тихо, пока тишина ищем. И здесь... Да, кстати, что-то ни знака, блядь, не дает ничего. Температура у меня тут 4,5, пониже, чем везде. Дай нам знак. Как-то не особо показатель. Ну, свет как бы есть, так, поэтому, в принципе, ходит. Нормально. У меня МПшка. Почекай. С прайсом. Так, не знаю. Дай нам знак. Свет... Дашка, как там дела у тебя? Не знаю, пока не решила. Везде тепло. О, здрасте! Надо, чтобы ты по лестнице сделал, как Наруто пробежался так быстро. Ничего не могу. Вот так начнется. Дежавю. Дежавю. Блять. Это хорошо. Дай нам знак. Мне нравится. Свет не забывайте включать. Страшно. А что МПшка говорит? МПшка говорит, что сегодня не ее день. Мне кажется, что это первый этаж. Да. Пойдемте на первый. Дай нам знак. Да, скорее всего, я тоже думаю, что первый этаж, потому что вообще ничего, вообще тьма, бля. Вот 3 градуса есть вот здесь, где закрутки. О, идем к закруткам. Закрутки. Доточки. Закрутки покрепче. Ну, троечка здесь, вот троечка, четверочка, крутишка. Четверочка, семерочка. Дай нам вот знак. Здесь, вот где ты стоишь, там троечка. МПшка вообще нулевая. Тут не надо искать самое холодное место. Дай нам знак, покажи себя. Ты здесь, покажи себя. Дай нам знак. Так, ты здесь. Ты далеко, ты молодой, ты старый, ты мужчина, ты женщина, ты ребенок. Ты я здесь. Тут, мне выйти, Дашечка. Сколько тебе лет? Пообщаешься? Выйди, пожалуйста. Сколько тебе лет? Ты далеко, ты близко, ты мужчина, ты киска. Сколько тебе лет? Ответь в рацию. Спасибо. Здравствуйте. Сколько тебе лет? Он вообще ни крестик не пишет, ни призрака не показывает. Слушайте, а что это такое? Вообще странно, кстати, да, что вообще ты тишина. Здесь? Прохладнее всего. ты далеко? О, а, не отвечай. А где хлопнуло? Крестик. Так, а ну выходим. А где хлопнуло? Тут? Ты здесь? Ты близко? Ты далеко? Ты мужчина? Пока непонятно, где хлопнуло. Мне тоже послышалось. Женя, это ты там дверями хлопаешь? Алло. А где ты есть вообще? Походил смотреть. Пописать ушел? О, звонит. Здесь. Телефон. Тут. Подождите, здесь? Я перенесу тогда дневник. На первом канале. На первом. Остросюжетный боевик «Фазмофобия». Найс. Напиши в дневник, пожалуйста. Слушайте. Что-то непонятно совсем. А может, это он на кухне звонил? Ну, блин, да. А будет ли звонить телефон, если трубка спущена вот так? Призрак позвонит. Докопался. Блин, 6. Где стукает?
Где? Вот он здесь вышел, с этого. Вот он идет на меня, фотика нет, жаль. Ой. Бля, он в той маленькой комнате, походу. Вот с этой кондиции. Маленькой? Да. Маленькой был, да? Уточки. Да, да, отсюда вышел. Бля, он маленькая комната. 10. Ребят, ну тут 7 градусов. Не-не-не-не-не. Он не тут, 8. Но шел-то здесь. Вышел отсюда, да, но, по крайней мере, респаунился. Мне кажется, кухня. Да, кухня, скорее, все-таки. Кухня, кухня. Так поставить, чтобы и кухня. Попробуйте, вы поговорите. Может, он со мной не общается. Ты здесь? Кто там? Вот он сзади, сзади шел! Только что к столу подошел. Ты ребенок? Где ты? Дай нам знак. Блять! Ёбаный сыр! Да, бегом, 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 бегом! Ты ровю! Сука! Пиздец. Ладно. Сидим, короче, ждем. На, кто там? Где ты? Как это? Блин, а сколько у нас рассудок? Почему так рано? У нас демон, что ли? Его уже просадили. А нет, тогда уже нормально. Я так понял, что минус Женя, судя по крикам. Да, Женька, слили Женечка? Да. Плыви! Плыви, Алекс, плыви. Мы еще комнату не нашли, да, толком. Так, пейте таблетки. Нет, уже минус один. Да. Дай тебе. Оставим для дюпа или без дюпа сегодня? А, ну оставим пока. Пока без дюпа. Без дюпа. Без дюпа. Без дюпа, блядь. Все, пока. Зеленую шнягу. Ой, хорошо. Да, зеленая шняга, она пригодится. Я еще одну камеру возьму. Так, зеленая шняга, это возьмем. Либо кухня, либо это кондейка. Он там все лазит. Направленный микро нет смысла взять, поискать точную его комнату? Не-не, вот микрофон нет, а вот может быть соль взять и посолить, посмотреть, где он топчется. Давайте либо... Я взял солечку, давай. Ребят, давай. Там тепло было слишком. Мне кажется, это кухня. Так, попробуем арбуз сейчас как поискать. Как Женя не спрятался, я не представляю вообще. МП пищит. Сколько? Пятерка. Пятерку я вроде видел, красный огонек, да? Вы видели? Не успели посмотреть. Блин, слушай, ну я вот на 90% уверен. Я далека, конечно, видел, но... А может, нам Женя подскажет, как призрак? Может, он увидит? Вот пускай сидит у МПшки, да. Так. Женя, конечно, брось баночку, смотри. Если было... Вот подбрось сейчас, если было МП5. Говори, да что он, было. Он по приколу тебе баночку бросит. Женя и такой. Так, косточку пойду пока сфоткаю и воду. Денежка пригодится. Пойду арбу посмотрю. Ой-ё! О-о-о! Бегом, 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 блядь! Быстро, нахуй, быстро. Здрасте. Ух, руби свет. Что так, блядь? Ой, я надеюсь, Даша не сильно обидится, да? По-моему, к Плуту пошли туда. Комнату. Судя по звукам, по-моему, туда направился призрак. Ебать. Как новые звуки, по-моему, появились. Блять! Ёбаный сыр! Какого хрена? Что было? Кто? Кого убили? Кого? Даша, тебя что ли? Алло, Даша, кричи! Меня убило, падла, ко мне подошел и убил. Так мы с Дашей сидели тут вместе. Как оно? Я не видел никакого призрака вообще. Блять, как это вообще работает? Объясни. Меня слышно сейчас? Да, да, слышно, да. Слышно? Да. А, все, тут была, я вырубаю кнопку микрофона во время. Как ее убили, если мы вместе сидели? Я не видел никого призрака вообще. Не знаю. Вот это поза. Так, что будем делать? Какие планы? Выходить из дома в первую очередь. Пошли огонек смотреть, что-нибудь думать. Пошли смотреть. Так. За что-то уцепиться надо. Ну смотри, там лазер надо посмотреть, огонек посмотреть. Да. Так. Блин, ну МПшка у нас хотя бы, да? Хоть что-то. Но это, конечно, не густо. Учитывая, что 50% команды уже не с нами.
Да, это, конечно, жопа. Дискорд-то как оно? Нормально, канонично. Так, да, мне тоже нравится. Так, ну, смотрим. А сколько камер? Одна, две? Минимум стоит. Три. А, три. Я ставил три. Я ставил две, ты одну. Вот это ты смотришь. А что, мои не работают, что ли? Вот тут в углу еще одна стоит в кухне, и одна в кладовке должна здесь стоять. Пощелкай. У меня глюч, нет, в VR. Так, ну, это на башке, смотри, это на башке. Вот. Вот это что такое? Это я хотел с проема попробовать посмотреть. А, это который я... Блин, почему-то в углу, который я поставил на статье, она почему-то не работает. Зараза. Так, ну давай хотя бы огонек чуть-чуть смотрим. Ну, блин, что-то я ничего не вижу. А точно на кухне появляется? Ну, вроде да. Ну, вот можно... В принципе, если нас призраки слышат, плохо было бы, чтобы они, конечно, нам куда-нибудь место показали, где он спавнится. Но мне кажется, да, в этом районе он отсюда начинает атаку. Да в этот раз я вообще не понял, что атака была. Давай еще поставим камеры. Есть штативы? Есть, да. Так, да, давай еще. Так, слушай, нет, я обязательно беру еще благовоние, потому что нам по заданию надо... Блин. Так. Мы даже ни разу еще не спаслись во время атаки, ну неудивительно. Каждая атака у нас... Ну, как говорится, удачи. Сейчас попробуем поставить камеру туда. Ладно. На соль, кстати, не наступил. А, наступил на соль. Вот, наступил, есть. Где? Смотри, в двух местах. Блять, вот он сзади, вот холодильника, смотри. Ебать. Я сфоткал. Ебать, он стрёмный. Ага, пожрать пошел. Вечерком. Так, я поставлю здесь. Так. Слушай, что с этой камерой? Надо ее переставить. Она должна работать. Ну вот смотри, я поставил на холодильник, навел. Пойду посмотрю. Так, это, ну слушай. Блять! Я слышал свое, блять. Так, беги наверх куда-нибудь, ныкайся. Спасибо. Я попытаюсь сейчас на благоволку развести его. Бля, где дверь? Себя заманил. Чёбаный сыр. Бля, а Дашин фонарь считается как за включенную вещь или нет? Так, да бегу, нет. Ты где, тварь, иди сюда. Я в туалете. Я его за собой... А где он ходит вообще? Мне даже фонарь не знает. То есть он не рядом совсем. Я спущусь, мальца. Эй, ты где, товарищ? Бля, я чуть не понял вообще прикола. Если мы... С Алексом пошли наверх. Блять, он здесь. На, нюхай. Ёбаный в рот. Иди за мной. В туалет не ходи. Я не слышу вообще, работает, блядь, атака там или нет. Ну, судя по тому, что... Слушай, у нас атака, по-моему, кончилась. Как теперь узнать, кончилась она там или нет? А, фонарик перестал мигать, и вроде ничего не тукает, не это... Объясни, как так получается, что мы с тобой пошли наверх, а он за нами не пошел сразу? Не знаю, ленивый какой-то... Давай. Да, он у холодильника стоял, он просто налопался, ему уже лень ходить на второй этаж, чтобы подниматься. Так, что-то выполнили хотя бы, а? По-моему, да, все сделали. Все выполнили. Слушай, получилось я от него сбежать, и благовоние сработало. Нормально, нам бы угадать, кто это, и можно ехать. Так. Вот, смотри, на холодильник камера, раз. Это что вообще? Что это за свет в конце туннеля? А. А, это я, по-моему, когда из кухни начал убегать, я кинул камеру просто со штатива, она в руках была, и побежал. Наверное, это она. Тут так, ничего. Слушай, вообще, сколько у нас вариантов? Может, кого-то можно отсеять? Дух, мираж, джин. Вообще тень, удивительно, что ни одной джин, улики нет. Говорю. Мюлинг. Господи, одна есть, МП-5. А, ну... Ну, за одну зацепиться очень тяжело. Тут я бы только тень откинул бы. Это точно нет, наверное, потому что уж... Я могу сходить, хищная. Поставить лазерный проектор на камеру возле холодильника. А, его нет уже. Вот нам это... Слушай, подожди. А как у нас это? Да, ну ладно. Что, друзья-призраки, может, что думают? Друзья-призраки, вы там думаете что-нибудь, не? Может, хотите домой? Можем погадать и уехать. Либо нам рисковать, либо ты вообще дозакидывался, тебе лучше, конечно. Так. Да ладно, чего, я попробую. Вон, интересно, нет. Лазер посмотреть. Там же есть по уликам лазер, да? Там, ну, в принципе, может быть. Он почти у всех призраков, я думаю, конечно. Так, а что может еще пригодится? Подожди. Давай подумаем. Ультрафиолет проверяли, кстати? Давай пойдем чекнем. Во.
Давно не проверяли точно. Так. Благовоние на случай атаки, чтобы спугнуть. Что-то еще бы, а? Да ладно, давай еще одну камеру. Лишней не будет. Где-нибудь воткну. Палочки благовония, говорят, уже ограничены, да, по времени? Да, вроде полминуты. Но потом вроде... Блин. Может быть, потом восстанавливается. Вот это. О, отпечаток! Смотри, есть отпечаток. Есть, отлично, отлично. Вижу. Отпечаток, призраки, вы нас слышите? Ебать! Так. Что там за шум, твою мать? Вот есть, твою мать. Он где-то этот... Музицирует. Ебать, тарахтеть. Так, ладно. Слушай, так. Сейчас атака будет. Так, может, выйдем, подумаем, кто это? Пойдем, выскочим. Все, я поставил другой проектор лазерный. Погнали быстренько. Звони себе, блядь, на деревню бабушки. Хорошо. Смотрим огонек. Это отпечатки. Я сейчас полистаю, посмотрю. У нас... Ну, хотя бы две улики уже хорошо. Так. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Джин, Горио, Мюлинг. Так, теперь стоит ли смотреть лазерный? Да, на Горио. Тут чисто. Минус на Джина, но мне кажется, не будет. Уж больно тепло и больно долго мы играем. Так что Джина, скорее всего, мы откинем даже. Запись в блокноте на Мюлинга. Огонек можно не искать. Смотри, четвертая камера охватывает и левый проектор лазерный, и правый. То есть тут надо тупо сидеть ждать. Если лазер, то да. Если вот это какой-то Горё, блин, я даже хрен знает, кто это такой. Что за товарищ? Это нового так. Добавили, походу. Ну да, так и второй Мюллинг тут у нас и... А Мюллер у нас уже попадался, но кто это... Так, слушай, может быть, глянуть, у них, может, какие-то особенности, что-нибудь догадаемся. Может, господа призраки, вы нас слышите? Кто это может быть? Так, слушай, Мюллинг очень разговорчивый и активный вид призрака. Так, притихает во время охоты за жертвой, не знаю, вроде... Не, он ходил, что-то там пыхтел, вроде, какие-то звуки были. Так, Мюллинг будет вести себя тише во время охоты. Кстати, вот во время охоты... Блин, не обращал внимания, но вроде бы шумел, как обычно. Но при этом он издает звуки чаще других призраков. Это когда, то есть не охота, но что-то я каких-то особо от него не слышал звуков. Так, ладно. И Горё смотрим. Так, можно увидеть только под светом лазерного проектора. Во. Через просмотр видеокамеры. То есть вот так не увидишь, так, когда на лазер смотришь. Ну, что-то не бегает. Так, особое качество будет прятаться от камер, если рядом кто-то есть. Ну, там камера натыкали. Мам, не горюй, что не ныкается. Так, Горё редко уходит далеко от своего места смерти, смотри. Ну, он поднимался бодро, убивал. Не, ну он с другой стороны, да, что он... Свет включил, смотри. Это что? А не было ж света, темно же было. Ух ты. Тогда, может, Джин? Может, минус надо идти смотреть? Ну, Джин-то любит свет. Пойдем. Так, что мы можем посмотреть? Бля, где мой фонарик? Подожди. Слушай, ну дневника точно не может, да? Ты смотрел там по уликам? Нет, как раз он может быть на Мюллинга. Поэтому сейчас идем смотрим дневник, ибо лазера мы не видим. Слушай, а дюпать будем? У нас одна таблетка, смотри. Не, давай все по это. Блин, а куда я фонарик свой? Подожди, куда-то положил? Тогда выпей. Тебе сложнее сбежать будет, чем мне. Нет. Зачем? Я китайский возьму. Ну, как хочешь. Так, я даже еще что-то могу взять, но... Так, все, погнали. Больше ничего. Я пошел. Все, я внутри. Так. Вот все в порядке. Где этот сраный дневник, блядь? О, он написал в дневнике. Вот смотри, тут? Запись есть. Все, валим оттуда, все. Валим. Чуваки, ставьте все. Дашка, Женя. Все. Есть, все. Слава богу. Это Миллер. Так. Старина. Мюллинг. Ну, слава богу, хотя бы так. Слушай, ну да. 50% выживаемости. Господа призраки, ставьте. Вы нас слышите? Ставьте, это Мюллинг. Поехали. Фух. Но это было хорошо, нормально. Да. Это было хорошо. Это всегда жестко. Жалко, конечно, что половина команды погибла, но вроде справились. Вроде бы как получилось. Алло. Алло. Алло, алло. Алло, алло, алло. У ну нас что? Сейчас, между прочим, Сандра Андерсон. Сандра. Продолжаем. У нас значит, следующая Жигер, катка кстати, по канону. Фигня. У нас Сандра какая-то и Сандра Андерсон.
Что вы думаете, красная или синяя, мистер Андерс? Генератор. Я взяла книгу ультрафиолет. Так, поехали. Светик, все взяли, все хорошо. Ну, посмотрим. По канону вроде справились. Первые катки, было красиво, было классно. Давайте посмотрим. Оп-оп-оп-оп. Дежавю. Дежавю. Ты хорошо. Только бежал, да? Это было дай хорошо. Нам знак. Так, кто-то пошел свет включать? Дашка, ты за свет отвечаешь какой сегодня? Второй. Ну, конечно, я свет включу. А кто же еще? Вы, что ли, пойдете? А, Женя уже включил, да? Ой, я в машину влипла. Нет, там нет света. Я врубилка. Ты врубилка? Что вы врете? Отлично. Так, хорошо. Мальчики. Тут 4 градуса, мы не отражаемся нигде. Обманщики. Дай нам знак. Дай знак. Пошуми. Что-то 3 градуса где-то. Дай нам знак. Оставь где-то отпечаток. 4 градуса. Пойдем в подвале посмотрим. Может быть, в подвале что-то есть какая-то движуха. Дай, взаймы, да? Ну, то есть... дай нам знак. Дай нам знать. Дай нам знать. Дай нам знак. Что вам надо знать? Прям 2,8 сейчас подскакивает. У меня где-то... дай нам знак. Где 2,8 было? Температура? Или не температура, блядь? Тут 6 градусов. Дай нам знак. Ты здесь? Покажи себя. Подвал чист. Здесь не кабинет, не комнаты, да? Непонятно, но... по крайней мере... отпечатков пока нет. Ты что, не на втором, что ли? Где вы есть-то, алло? Дай нам знак. Шлёндра, где ты есть? Отпечатков нет. О, у меня вот здесь 2 градуса тоже сейчас было, блин, вот в этой спальне. Спальне? Да, вот тут 2 градуса сейчас показывает. 2,1. А МПшка у кого-то есть? У кого-то есть? У меня, кстати, на поясе висит, мальчик. О! Как ты, блин, ты смогла спросить? Пятерка! 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 Она ждала просто, когда я вспомню, да. Я бы обиделась на ее месте. Спасибо, Женя, я вижу. Супер. Спасибо, Женек, спасибо. Держи в курсе, братан! Смотрите, тут нет ничего в плане отпечатков. Все нормально, тут ничего. Он тут вернется. Книгу кладу. Она. Так, тут шкафчики. Минусовка тоже есть, да? Ну, будет уже, да. Это уже, а уже есть, уже есть минусовка. А уже даже, да? Ну, тут 2 градуса. 6 градусов. Я принесу лазерку. Я принесу лазерку и этот. У меня уже дыхание. Камеру. Точно ты дышишь? Так. Так. Джин, тень, они. Три варианта. Дышу. Я дышу. Надо что-нибудь принести полезного. Пойдем. Наверное. Опа. Так, Джин. Так, что нам надо? Для Джина они же все поменяли, все улики, все это, короче, изменилось. И теперь надо мы все взяли по-другому. Камеру Ратисамера. Фоти. Лазер. Распятие. Лазер, угу. Да. Так, по заданию может что-то взять. У нас свеча распятие и датчик движения надо. Так, датчик тоже один взяли, я смотрю. Так, я возьму туда свечу. Давай, я распятие тоже брошу там. Там остановить надо или бросить просто? Я еще... ну, в том месте, где спавнится, надо положить. В комнату добро. Ты пока брось, а там... Добро. Так. Сейчас бросим, посмотрим, что будет. Вообще должно быть все нормально. Если комната правильная, если там реально минусовка... Напиши в дневник. Напиши. На сколько тебе лет? Где? Если что, это они, тень или джин. Ты ребенок. Все, смотри, распятие есть, датчик есть. Кто ты? Я только не уверен, что это правильный быть. Датчик. Правильный, нет? Запись. Да, да. А или датчик я поставил здесь, вот серый датчик, хаки такой, хаки. Ну, лучше, наверное, снаружи, он же пойдет по коридору сразу. Так. Че, радио? Дай знак, толпитесь, затуши толпитесь. Свечу. Радио не работает, да, тут не отвечает? Радио не должно быть, ребят, отпечатки, книга или лазер. Или лазер. Нет, это я просто говорю, что может быть. Камера нам не нужна. Так. Не, подожди, нужна. У нас у есть нас такой призрак, быть... который... Лазер, который так не увидишь, есть такой призрак новый. Который... А, нет, он нам не попадется. У нас может быть джин, тень точно. Или они. Все. Прости, я что-то это... А не, ничего, я сама думала, что нам сейчас радио понадобится. О чем ты даже пока не видно. Пока не видно. Смотрите, отпечатков тут... я тоже не видела. А где радио? Я убрался, нормально. О, спасибо. Все, спасибо.
Шипение. Что еще у нас по заданиям? Распятие. Свечка. Угу. Я принес, да, Олег, принес распятие. А зачем нам камера, по сути, не нужна? Ну, разве что хотели, может, ребят, а действительно, лучше переставить, но вдруг мы этот увидим призрака через лазер как раз с помощью камеры. А что, внутри, получается, нет камеры, только там, в коридоре? Одна. Датчик сработал. О, телефон звонит, супер. Где? Слушай, оставь, наверное, в этот угол, нет? Мы же отсюда увидим, смотри. В какой? Вот в этот, а, нет? Давай. Через угол ты увидишь как раз датчик напрямую. О, супер, погнали. Там, в принципе, неплохой угол. О, МПшечка. Мы побежали смотреть лазерный проектор. Так что надо посмотреть, подумать, что там у нас. Атаки пока нет. Свечку потушить надо, да. Сейчас посмотрим, будет лазерный проектор, нет? Бля, херово видно. Это надо, чтобы он прям в комнате пробежался, понимаете, в чем дело? Но пока там тусят люди, это сделать проблематично. Че вы там тусите? У вас все нормально, прием. Мы пытаемся джина вычислить. Так давайте лазер посмотрим. Надо выйти и свет офнуть. Свет. О. Опять врубило. Нормально. Слушай, там, по-моему, кто-то пробежал. Или это ваша тень забаговалась, либо кто-то прошел по проектору. Ты смотришь, Олег, ты смотришь сейчас в камеру? Да, конечно, смотрю на. Только вижу чью-то жопу сейчас. Даша, ну да, Даша. А, Даша, ты что там делаешь? Во, о, привет, привет, передавай привет, да. Привет. Привет. Вот тут она стояла прямо у шкафа, ты не видел ничего, да? Не, пока не было. Что-то беда какая-то вообще. Может, при движении только она так... Мне показалось, поражает. Что я видел там движуху. Ну, там Даша... Ну, давай сейчас они отойдут оттуда. Даша стала как раз перед камерой. Я вот смотри, не я понимаю, не надо либо вот так, либо вот так смотреть. И так видно. Вот так тоже видно. Серый контур там такой проплывает, силуэт серый. Как он погнал оттуда. Пип-пип-пип. Ну смотри, там никого нет, уже все вышли, видишь? А он срабатывает. Датчик срабатывает, но его нет, да, значит, не проектор. Точно не проектор получается. Видите, датчик срабатывает, думаете? А самого нет. Ну смотри, вас там думаете? Нет, датчик срабатывает периодически. Вот, видишь? И на проекторе не появляется, да. Но его там нету, силуэта вообще не видно. Смотрите, у нас могут быть отпечатки или блокнот. Пошли почекаем. То есть у нас у Джина отпечатки. Отпечатки. У Тини. Тини. Угу, запись. Запись. Запись или блокнот? Сейчас посмотрим. Жень, ты так не торопись умирать. Проверим, может, она вдруг появится. Но она могла открывать и здесь, в принципе, не обязательно только в той комнате. Тут закрыть надо, а тут закрыть надо. Чувствую, беда сейчас будет. Ты, кстати, смотри, выключатели тоже, потому что... На них тоже бывает. Тут все в порядке. Слушайте, ну в книге-то он тоже не пишет. А вы уверены, что это именно та комната вообще? Вот 100%? Ну вот 100% никогда нет уверенности. Комната думаете, точно та или нет? То уже сомнения есть, ну, смотрите, знаешь? Вот там было МП5. Ну, кстати, да, пока не... Появиться он может тут рандомно, но не факт, что это его первоначальная комната. А какая у нас вторая улика? О, следы, смотри, смотри. Блять, вон она! Я видел ее! Вот. Слышь, по-моему, на проекторе она была. Ты сомневаешься еще? Уже нет! Уже нет! Да, смотри, она вот слева от кровати была как раз, а проектор охватывает по кругу, в принципе. Ну, она как такая серенькая, сероватая была. Ну, она сероватая, да, такая, как этот самый... Как контур. Смотрите, как... Смотрите на соль. Да, на соль наступила. А как-то следа нету, а этот, это как-то? Нет, след есть, ну типа ковер, оно багнулось под текстурой.
Ебать. Я думала, это атака. Это зеленый. Все. Лю. А что у нас помимо... А, у нас, смотрите, минусовка, тут МП, да? Блин. Но она же тем более здесь появляется, поэтому... Но из комнаты она не выходила, смотри, на улице соли нет. Ну, вот, на выходе. Да. Блокнот не пишет? Не-а. Вау! Слушайте, ну пугает, но я не вижу все равно призрака. Застенчивая сучка, походу. Слушай, может, тени, да, у нас? Типа нас много, она и не появляется? Да, что-то больно. Вот, смотри, она приоткрыла. Посмотрите отпечатку, вот приоткрыта. Не-а. Ой, что-то открывает. Я же говорю, она открывает вот двери. Твою мать. Но следов-то нет. Следы есть, но внутри комнат. Блять! Ебать, вро! Бегу! Бля! Быстро, блять! Какого хрена? Нет! Не дай бог, сука, не дай бог! Нет! Не открывай! У нас, смотри, пар изо рта в кладовке. Пар изо рта работает в кладовой. Нет! Не смей! Никогда больше так не делай! Кто? Кого убили? Кто? Алло! Видимо, Дашу, я так подозреваю. Блять, атака прошла или нет? Хуй его поймешь. Нет, не прошла. Бля, атака дальше что ли идет? Какого хуя вообще, алло? Я не понимаю, что это же не атака. А что за говно, нет, ребят? Атака... Нет, это не атака, нет, две атаки, не что атака. Ли, или что? Она поет, ходит. Нет, это не атака, она просто поет, ходит. Фотик есть? Меня нет. Слышно? Да. Все, господи. А, Женя сфоткал ее, нормально все. Что за санина, блядь? Вы че гоните, что ли? Че по дневнику? А, это ноутбук. Я же говорю, что это скромная тень, может быть, и на тебе. Ну, Дашу, короче, убили, я так понял, да? Ну, конечно, да. Пиздец. Вот она ходит в нога в наглую. Кстати, а крест... Есть чем сфоткать, эти следы хорошие бабки вроде дают. Бля, она открывает, смотри, вот этот шкаф этот. Ну-ка, посиди фонариком, Жень, еще раз. Тут нету. Нет, тут вряд тоже. Так. Ну, пока она ходит, да, они ж пропадут потом, типа. Надливать. О, может, таблетки выпить? Хер его знает, блин. Непонятно, короче. Но интересно, по крайней мере, так интересно получается. А, у меня рассудок сладкий. Да, я в машину, у меня просто 17 рассудка, я пошел в машину. Все правильно. Он только что крест грызанул. О. Сейчас будет атака. Надо в это место будет сейчас блокнот еще поперекидывать. Ну, давайте выпьем таблетосы, и там уже проще будет, потому что жесть какая-то. Выпил. Нормально. Мне показалось, что когда Шу убили, типа еще атака пошла. Я хотел выходить, а она продолжала петь ходить. Но она пела, но атаки не было. Я просто зашел как раз. Дашка, мы с тобой. Так кто же это все-таки может быть-то, а? Так, ну лазер так и молчит у нас, да? Ну лазера нет, отпечатков нет, блокнота нет. А давай сейчас второй лазер еще возьму, кину где-нибудь в коридоре, я не знаю. Ну вдруг хотя... О! О, стаканчик нам бросают. Ага. Может блокнот? Может это опять... Подсказка про блокнот. Надо идти. Если, Даша, если блокнот, кидай книжку, мы так быстрее поймем. Да, где на книжку сейчас найдет? Кидай что-нибудь, но, блин. Да, там по команде по какой-нибудь. Она на радио бросает, смотри. Она микрофон, может, это так радио? Она здесь, только здесь, вот кружка уже. Она здесь, она с нами. И что, хочешь показать? Она говорит лазер, но не факт. Так, ладно, пойдемте. Что-нибудь надо это. Так, мы таблетосы бахнули. Пока не все выполнили. Мне хотелось бы гадать, кто это. Жесть какая, блядь. На лазере надо еще увидеть, попытаться, понимаешь? То есть не так все просто.
что это сраное радио, плюс она ходит поет. Так, ну блокноты. Ничего. Смотри, Даша кидает прямо на лазерный проектор. Видишь? Это может быть лазерный проектор. Вот, она прямо туда бросает чашку. Да? Давайте поставим и свалим нахер отсюда, бля. Вот я второй сейчас как раз поставлю. Куда второй ткнуть? Блять, может, в коридоре? Блять, по-моему, атака сейчас будет. Сейчас я как-то ссыкаю туда это ходить. Получается, тень, что ли, будет? А, нет, не тень. Ну, Даша бросала прямо в центр проектора чашку. То есть она, видимо, видела ее там. Предлагаю поверить ей. Это получается Они. Лазерный проектор Они. Они, Они, Они. Более активны. Ну, смотри, Они более активны в присутствии людей, могут перемещать предметы с высокой скоростью. Набросала разве что-то? Они бросала любят ноутбук, активные действия, были. Их легко типа распознать, Они. Но она ходила, мы видели отпечатки. Ноутбук бросала в комнате, когда мы все там были кучей. Что, мне что кстати, мне тоже показалось, что я видел ее силуэт, понимаешь? Вон, Даша продолжает бросать, по-моему. Даша бросает, да. А Дашин силуэт мы не увидим на этих точках, блядь. Короче, давайте поставим, что это Они. Только одна камера? Блин, прикиньте, в натуре. Одна камера всего в доме стоит. Я второй лазер поставил, думал, куда там еще, но... Предлагаю довериться Даше, она бросает на проектор. Давайте выберем это Они и поедем, посмотрим. Будет кого пинать, да? Все, так, давайте. Так, поставили Они. Я, в принципе, тоже. Думаю, что это оно. Ну все, погнали. Все, погнали. Все, ладно, все, отлично. Все, душуленчик. Будем верить тебе. Будем надеяться, что ты была права, потому что я тоже вроде как бы видел, что там было что-то типа промелькнуло. Они! Да, я увидела! Я краем! А где ты увидела? Ребята, вы ушли. Короче, рассказ, вы ушли. Я сижу, смотрю на дневник. Боковым зрением, краем, я вижу, что пролетел белый силуэт. И сейчас его опять увидела. У-ху! Чашечке надо доверять. Слушай, мы не доверили чашке. А слушай, если ты мертвая, ты можешь видеть, когда, именно что он да, в лазере проходит. Я вижу, да? Конечно, но оно очень. Оно так плохо видно, оно так мельком пролетает, но это было круто. Можно, в принципе, тут закончить серию, да? Спасибо, я прощаюсь, он говорит, поехали дальше. Спасибо. Спасибо. Извините. Спасибо. Я тоже хотел попрощаться, увидимся в следующей серии. Конечно, понимаешь, что мы забыли, что мы играем. Это была Фазмофобия, ваша любимая, поэтому немножко галдеж, никто никого не слышит. Спасибо за просмотр. Пока-пока.